Я никогда не работала. 5-я годовщина свадьбы. Какие-то секретики по развитию канала. Честно говоря, об этом можно долго говорить. Дорогие мои, всем большой привет. Добро пожаловать в новый влог. Встречаю вас у себя дома. Сегодня вторник, 4 июня, и я беру вас с собой, потому что у меня скоро маникюр, мы с вами скоро будем выезжать. А пока просто приветствую вас и добро пожаловать в новый влог. Сегодня, кстати, я забыла нанести SPF, а потом обрадовалась, потому что я решила, что я больше с белыми футболками и майками наносить SPF не буду. Принципиально. Потому что, как минимум, у меня есть в тоне SPF, и недавно я испортила свою белую майку. Я вам, наверное, даже сейчас ее покажу. Это была новая майка из All We Need, просто обалденная, в рубчик. Я ее носила 3 раза, и все. Я ее испачкала SPF. В общем, рассказываю. Если у вас химический фильтр в вашем SPF, то при взаимодействии с водой та часть, которая была в SPF, окрашивается в рыжий цвет. Я уже пыталась отстирать и на 90 градусах, и отбеливателями. И Саша даже заказал сейчас средство от ржавчины. Так что посмотрим. У нас еще в Питере жесткая вода, поэтому это еще вдвойне усугубляет ситуацию. Я это поняла слишком поздно, когда уже увидела эти рыжие круги. Ты надеваешь майку через голову. В любом случае SPF остается на одежде. И сейчас футболка Planta Rossa. Я ее ни разу не стирала. Я ее носила с SPF. И вот ее пришло время стирать. И я, честно говоря, думаю отдать ее в химчистку, потому что это тупо будет дешевле, чем покупать новую футболку, если на ней есть SPF. Он не виден глазу до того, как ты не постираешь футболку. То есть, если ты ее уже постирал, то все, будет очень плохо выводиться потом это пятно, и, возможно, вещь просто придется выкинуть. А если ты его еще не постирал и при этом сможешь правильно вывести, то, возможно, тогда это поможет спасти вещь, и я специально хочу ее отнести в химчистку. Я лучше заплачу 1000 рублей, чем испорчу футболку за 13, блин. И там сейчас таких уже не продают, мне не получится купить новую. Покажу вам майку All We Need. Это вот она вот так выглядит. Выглядит после 4-5 стирок, и нет, это не тональное средство, это, друзья, SPF. Она, конечно, уже практически хорошо выглядит, но на самом деле, не знаю, как на камере, но вживую видно, что там желтая полоса. Короче, просто кошмар, у меня просто минус новая майка. Поэтому я сегодня в футболке, вот без SPF, надеюсь, здесь ничего не останется. Хотя тут тоже немножко желтого, я думаю, что все-таки SPF уже был на ней, но ее не очень жалко, она из Look Online. Еще кое-что, ребята, я очень давно хотела помаду Makeup by Mario. Такая, знаете, бальзам-помада, очень популярная в ТикТоке, хотя у меня нет приложения ТикТок, но я знаю, что она популярная. И я ее купила на Авито. Хотела давно, и тут она наконец-то появилась у девчонок, у продавцов. Купила, и вы знаете, что она у меня лежит в холодильнике, я хочу ей сейчас накрасить губы, потому что мне скоро выезжать. Вы представляете, она реально настолько тающая, что я когда ее первый раз нанесла, у меня на губах просто как будто был кусок сливочного масла. Оказывается, это распространенная проблема. Так что сейчас мы с вами будем пытаться ее нанести и посмотрим, вообще получится ли у меня взять ее с собой. Я хотела бы взять ее с собой, но я не знаю, как это сделать. Она, наверное, расплавится в сумке. Она выглядит вот таким вот образом. Makeup by Mario взяла такой вишнево-розовый оттенок. Розвуд называется. Сейчас попробуем накрасить. Друзья, так вот выглядит помада, и вот там видно, что она такая уже немножко не фреш. Но она у меня стояла очень долго в холодильнике. Посмотрим, как это все будет. Подвину вас немножечко. Сейчас я хотя бы могу ее нанести. До этого она просто осталась у меня на губах в качестве куска. И вот как она уже выглядит. Забавно. Вот она уже начинает таять. Я не знаю, что с ней делать. Просто посмотрите. Вроде там было, кстати, все нормально. Выглядит симпатично, но, честно говоря, это того не стоит. Она еще с ментолом, и она как будто попала мне в рот. У меня внутри как-то печет немного. И я не знаю, как ее брать с собой. Я еле докрасила губы. В общем, 3000 просто на ветер, если честно. Но выглядит, конечно, очень красиво, но как будто лучше купить другую помаду. Такой вот отзыв, друзья. Еще перед выходом хочу вам показать пару ароматов, которые я затестила. И это, кстати, Kilian. Бренд, про который я очень много слышу, но очень мало знаю. У меня есть только Intoxicated маленький. И я больше ничего не пробовала. Вот Саша недавно пробовал водку On The Rocks. И в целом на этом наши познания о Kilian заканчиваются. Поэтому я заказала себе очень много разных вариантов. И первое, о чем поговорим, это
Это Killian I don't need a prince by my side to be a princess. Я так понимаю, у них есть две разные линейки, такая более молодежная в черных флаконах и уже их классическая. Мне очень понравился аромат, он яркий, жизнерадостный, очень сладкий, цветочный, такой прям бурлит красками. Будет просто супер, если вы ищете такой прям жизнерадостный, сладкий, девичий аромат. Действительно аромат принцессы. Мне он напомнил Paco Rabanne Olympia, я почему-то все время сравниваю с этим ароматом. Думаю, из-за того, что здесь присутствуют цветы, их много, и также цветы апельсина, белые цветы, и они, конечно, дают вот такой аромат. Мне понравился, я определенно закончу от Levant, но я бы себе не купила полную версию, потому что для меня это немножечко перебор по сладости, но в целом поднять себе настроение летом, почему бы и нет. Пахнет прям как сахарная вата с цветами, очень вкусно. И второй аромат тоже Killian, и это Flower of Immortality. Есть у Killian линейка, которая посвящена японским садам, насколько я помню. И этот аромат из их числа, если я, конечно, не ошибаюсь. Он пахнет просто очень мило, и это абсолютный must-have для лета, если вы любите фруктовые ароматы, но нежные. Это аромат персикового йогурта. Очень нежно, очень вкусно. Немножечко он еще отдает легкой свежестью, то есть это не приторный аромат. Классный, мне понравился. И, наверное, сегодня пойду именно в нем. И, кстати, этот аромат с персиком мне гораздо больше понравился, чем от Tom Ford'а. Bitter Peach, по-моему, называется. Я Tom Ford'овский аромат вообще не поняла. Он почему-то на мне раскрылся как-то грязно, была какая-то горчинка непонятная, а вот этот просто супер, он очень нежный и очень сливочно-персиковый, в общем, все, что нужно для лета. Друзья, напоминаю, что эти от Levant я беру в интернет-магазине Rendezvous, и у меня для вас есть постоянный промокод 10 Колосова. Он дает скидку 10% на покупку от 2500 рублей, так что обязательно заглядывайте в описание, там вы найдете ссылки на эти прекрасные ароматы, очень советую попробовать, особенно второй, потому что он очень классный. И также пишите, что из Killian'а вам больше всего нравится, что стоит попробовать. И, кстати, у меня еще спрашивали где-то в социальных сетях, насколько хватает таких от Levant'ов. Здесь 1,5 мл, и их хватает в среднем на 30-35 пшиков, то есть это очень удобно, плюс их классно носить с собой в сумочке, обновлять аромат в течение дня. Что ж, я пойду одеваться, и мы с вами поедем на маникюр. За мной приехал муж. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда? На какой этаж? Циферка один. Один? Мы доехали до Стокмана, сейчас поднимаемся в Золотое Яблоко. Я там сделала заказ, и почему-то нельзя было выбрать доставку курьером, поэтому едем забирать мой заказ. Ну, я догадываюсь, из-за чего. Вау! Прям в яблоко пришли. Я заказала себе крем для тела Saint Barth с ламодом. И вот он должен завтра приехать. Завтра планирую сделать анпакинг своего заказа. К сожалению, не было на сайте геля для душа ванильного. И сейчас в Fashion Champagne тоже не было геля для душа. Надеюсь найти здесь, но вообще на сайте тоже не было. Мне сейчас в салоне порекомендовали вот такой голубой. Он безумно вкусно пахнет, это гель для душа, но у него ценник просто конский, 10 300. Нет, друзья, я нашла вот маленький. Представляете, нам сейчас на кассе в Яблоке дали какой-то комплимент от магазина. Вообще, 1000 лет такого не было. В общем, дома сделаю обязательно анпакинг. Так, смотрите дальше. Так, ребят, на самом деле у нас сегодня много дел. Мы сейчас поедем, немножечко пофотографируемся, хочу запечатлеть свой образ. После этого мы хотим съездить посмотреть зеркало, которое понравилось Саше на Авито месяца 3 назад. Его продает какая-то фотостудия на Ваське, поэтому мы поедем туда. И вечером мы еще поедем в Ламоду, потому что мы очень много всего заказали на примерку. И уже потом только домой. Такой вот у нас сегодня вечер. Друзья, мы приехали на точку, где я хочу пофотографироваться. И, кстати, сегодня я видела рилс в запрещенной сети, что здесь есть у Анечкова дворца очень классный внутри садик, дворик. Я там ни разу в жизни не была. Я все время думала, что он закрыт, потому что долгое время в этом дворце просто находились всякие детские кружки, и я не думала, что туда можно попасть. В общем, хочу подкрасить губы этой помадой. Сейчас посмотрим, получится ли. Вон она вся какая жидкая уже здесь.
такая, как мороженое растаявшее. Ну чё? Ты смотрите, ну это пипец какой-то. Я не знаю, как ей пользоваться. Это трэш. Честно говоря, не покупайте. Я даже жалею, что я купила. Вот так вот это все выглядит. Мне не нравится. Хот-дог, хотим прогуляться в этом саду секретном, обязательно вам там поснимаю. В общем, мы не попали в этот сад, вот калитка, и она, к сожалению, закрыта, видимо, потому что уже поздно, уже где-то 7 вечера, и, наверное, можно попасть сюда пораньше, когда работает Саманчиков дворец. Немножко обидно, ну да ладно. Сходим тогда в сквер у театра. В общем, мы посмотрели зеркало, которое Саше так нравилось. Казалось, что оно в очень плохом состоянии, все там покоцанное, треснутое. Короче, мы его не стали брать. Очень сильно сейчас прогулялись, потому что мы думали, что мы правильно машину оставили. Оказалось, что нифига. В общем, прошли сейчас очень много. Взяли с собой домой мармеладки от культуры, лимонадик. И, в общем, наконец-то едем домой. Так что до следующего дня. Ребята, всем большой привет. Я немножко тут собиралась, торопилась, поэтому запухалась. Сегодня следующий день, это среда. Вообще сегодня собиралась сидеть весь день дома, но у меня случилось целых две встречи. Во-первых, я сейчас выезжаю в ресторан Лулу, и мы там будем играть в игру. Существует такая игра с психологией, возможно, даже с астрологией, если честно, я не вдавалась в подробности. Но, в общем-то, основной ее концепт, она такая психологическая. И вот недавно мне написала девушка и сама предложила провести мне игру, я согласилась. И сегодня еду, хотя не собиралась вообще сегодня никогда выезжать. Вот, уже собралась, мне, кстати, жарковато, уже хочу сесть в холодное такси, доехать до места назначения. Такой-то у меня сегодня образ, сейчас еще надену обувь. Вот, и после этого мы еще встречаемся с Яной на обед. Вот такой вот сегодня интересный день. Так что поехали, обязательно вам после все расскажу. И, кстати, еще вечером обязательно сделаю распаковку, потому что мне курьер привез мой заказ с Ламоды, и я даже не успела посмотреть. Так что будем смотреть вместе с вами. Кстати, я сегодня с новой помадой Dior, которую я купила. Это Dior 329. Я ее очень давно хотела и не успела вам показать распаковку золотого яблока, потому что мы вчера приехали очень поздно домой, около 9. Сели ужинать, устали. Так что я обязательно, как приеду домой, все сфотографирую и выложу распаковку в телеграм-канал. А то в этом влоге будет слишком много распаковок. Обязательно заходите в телеграм-канал. Вот здесь вот QR-код. Ребята, мы сейчас в машине с мужем. И вы не поверите, что произошло сегодня. Просто настолько шокирующие сегодня были события. Я даже не знала, рассказывать вам, не рассказывать, но они становятся все страннее, и это все развивается очень неприятно и некрасиво. Что готовьтесь к сторителлингу, друзья. Наливайте чай. О, друзья, меня, во-первых, только отпустило, меня всю дорогу трясло. Короче, меня только что пытались развести на деньги, и это все связано с той самой игрой. Короче, как я вам уже сказала, мне написали с предложением условного сотрудничества, меня пригласили за рекомендацию, и причем комментарий был такой: только если прям точно понравится, без полумер. Такая вот была присказка. Значит, я пришла, подумала, ну, наверное, что-то классное, интересное для тебя открою. В общем, меня сразу насторожила наша встреча. Во-первых, мне вчера отправили голосовое в Инстаграме. Мы начали проводить сеанс. Меня сразу спросили, вы знаете что-то про игру? Я говорю, если честно, нет, не знаю, у меня только знакомая играла, и я, собственно, по рекомендации пришла. И мне прям сходу лупят вот такой фразой:
«А зачем вы тогда пришли?» Я ответила, ну, чтобы узнать, что это такое, и какой это был новый экспириенс. В общем, вот такое было начало. После этого мы провели где-то 2 часа вместе. Я уже подумала, что да, действительно неплохо идет наше общение, какой-то диалог выстраивается. И в конце, когда я уже собиралась уходить, мы решили попросить счет, потому что я выпила чай, и девушка, которая проводила мне эту игру, поела там сырники, пила кофе, ну, в общем, у нее был прям завтрак. И она говорит, как тебе будет удобно оплатить мои услуги. Я говорю, прости, я думала, мы с тобой сотрудничаем, это бесплатно. И она сразу поменялась в лице, это, знаете, вот как в фильмах. И она говорит, в смысле? Ты думала, это бесплатно? Ты думаешь, я работаю бесплатно? Я говорю, подожди, ну у меня была моя знакомая, собственно, откуда я и знаю тебя, и ты ей делала в качестве рекламы эту игру, она там тебе постила в сторис. Она говорит, да, это было давно, и что? В общем-то, ребята с меня начали требовать деньги. Я говорю, хорошо, сколько стоят твои услуги? Она говорит, 7000 рублей. И в этот момент меня уже начинает трясти, и, в общем-то, я очень тревожный, мнительный человек и очень чувствительный. И каждый раз, когда мне что-то скажут, какой-то комментарий я прочитаю, или я услышу какое-то хамство в свой адрес, меня начинает дико колбасить, трясти, я очень близко воспринимаю все к сердцу, я начинаю дико волноваться, у меня начинается просто тремор, и я не способна контролировать себя. Знаете, как такой ступор и как оцепенение от страха. В общем, то же самое. Причем неважно, я увижу там драку на улице или мне это вживую там скажут какую-то гадость. В общем-то, я сказала, хорошо, я переведу тебе деньги, скинь мне сколько нужно за мой чай. И я вот на таком вот стрессе собираю вещи и уезжаю в другое кафе. У меня там была встреча с моей Яной. И пока я еду, мне приходит от нее сообщение, что, пожалуйста, такой вот счет за чай и еще 10 тысяч за мои услуги. Во-первых, 5 минут назад было 7 тысяч. Я настолько расстроилась, я настолько была подавлена, потому что я действительно открылась человеку, я пыталась открыто проводить эту игру, этот сеанс, я пыталась действительно как-то в себе разобраться, открыть что-то новое для себя. И в итоге я получаю вот такое к себе отношение странное, то есть меня приглашают на игру, никто нигде не оговаривает, сколько это стоит. И знаете что? Я приняла решение, что я не буду оплачивать услуги этого человека, потому что, во-первых, человек в ресторане ел параллельно, общался в телефоне всю дорогу и даже мне сказал, что не переживай, если что, я тебя слушаю. И вот так вот мы проводили наше время. Я подумала, ладно, если это бесплатно, окей, я буду закрывать на это глаза, я же не плачу за это деньги. Ну и в целом общение было такое немножечко токсичное, да. Мне там сказали, что я молодой блогер, что там я как-то шутили про мою закрытость, хотя вся суть игры — это раскопать как бы твои проблемы, то есть как бы как сеанс с психологом, только в формате игры говорила как раз о том, что я очень замкнутый человек, что я скромный человек, что у меня очень острое чувство несправедливости, что я каждый раз очень переживаю, что я из-за этого не смотрю новости, что каждый раз, когда читаю негативные комментарии, я могу об этом думать 2 дня и так далее, что мне надо записаться к психологу, что мне нужно проработать вот эту свою чувствительность, что у меня и эмпатичность очень сильно развита, но при этом я очень скромный, зажатый человек. Я и все это проговариваю. Мы обе понимаем, что я закрытый, скромный человек, который в случае чего не скажет, не надо со мной так обращаться. И в конце на это выдает. И сейчас она мне кучу всего написала в Инстаграме, говорит, что угрожает судом. Я не обеднею от 70 тысяч, но это просто вымогательство, обман, навязывание своих услуг. Даже вам скажу вот такое. Когда мы встретились, и она отлучилась в уборную, я написала Саше, что она пришла с очень негативным настроем, очень неприветливо, и реально спросила его, может быть, мне уйти, как ты считаешь? Думаю, как-то это все странно начинается, и я реально хотела уйти, но я подумала, ладно, опять же, это все бесплатно, думаю, ладно, посижу, посмотрю, что будет происходить, если что, я просто уйду. И я не думала, что все закончится попыткой просто сбежать оттуда страхом и вот всем таким. Мне понадобилось 3 коктейля вместе с Яной, чтобы просто успокоиться. И сейчас эта девушка пишет мне, советует мне все оплатить, иначе обо мне там пойдет какой-то там слух, что я недобросовестный человек, и говорит, что я больше потеряю. Ну, короче, ребята, я блогер уже с 3-летним стажем. Я сотрудничаю с крупными брендами, я знаю, что такое бартер, я знаю, когда приходят такие запросы, как их распознавать. И у меня ни разу за 3 года не было таких недопониманий, таких проблем. И я не буду платить при
принципиально. Угрозами как-то, знаете, тоже дело не решить. Ну, в общем, решила вам все это рассказать, потому что я тоже человек, со мной тоже случаются факапы, меня тоже обманывают, и мне тоже дико неприятно. Хотя я думала, что сегодня будет классный день, но реально меня сейчас просто 3 часа вот так калашматило. Она действительно не в сообщениях, не перед встречей, не во время встречи, нигде тебе не обозначила, что ее услуги платные будут стоить столько-то. Да. В сообщении, я не знаю, может быть, скрин прикрепить, четко написано, приглашаю что вас. Приглашаю вас, описание игры ниже, если только ультимативно понравится, буду рада рекомендации. Ну, то есть, таких сообщений ей приходят, я не знаю, по 10 на дню. Конечно, жутко неприятно, крайне негативный опыт. Я не знаю, что еще добавить. Может быть, вы вдруг захотели бы тоже пойти. В общем, не рекомендую, к сожалению. Знаете, если бы мне все великолепно понравилось, да, может быть, я и не против была бы заплатить человеку 7000 рублей. Блин, когда человек не забронировал столик, где вы сядете, пришел позже тебя, хамил тебе, как-то немножко пассив-агрессив себя вел, поел там, сидел там как бы в телефоне, говорил, если что, я тебя слушаю. Почему мы с ним в машине? Мы настолько охренели от этой ситуации, что мы просто не хотим негатив нести в дом. Друзья, я продолжаю влог. Сегодня пятница, 7 июня. Я, кстати, наконец-то купила чехол на телефон. Уже несколько раз я уроняла. Жутко стыдно. Вот сейчас, наконец-то, надела чехол. Прошло 2 дня с последней нашей встречи с вами. В общем-то, не стала я в тот день распаковывать свою посылку, потому что не знаю, как вы, а я люблю в хорошем настроении распаковывать свои посылки, вообще, в принципе, совершать покупки в прекрасном настроении, чтобы потом эта вещь не ассоциировалась у меня с чем-то плохим, там, с моим плохим настроением, с плохим днем. Я люблю, когда покупки действительно поднимают настроение, и в плохом настроении вообще не хочется смотреть, распаковывать и так далее. В общем, напишите в комментариях, если у вас так же. В общем-то, сейчас будет анпакинг очень-очень классный посылки с LaModa. Ждала целых 3 дня, чтобы ее наконец-то распаковать и показать вам. В общем, за кадром у меня еще Саша сидит, он тоже хочет посмотреть офлайн, так сказать, распаковку. В общем-то, давайте посмотрим, что внутри. Здесь 3 позиции. Мне кажется, я знаю, что это. Я думаю, это моя баночка. Я заказала себе лосьон для тела Saint Bart. Он, кстати, безумно тяжелый. Он в стекле. Это безумно красиво. Я уже 2 дня пользуюсь гелем для душа этого же бренда, но немного другой линейки. Я заказала себе просто ванильный. А у них есть еще как-то янтарная ваниль. У них называется второй аромат. Заказала себе лосьон для тела. Пока скажу, что именно гель для душа мне очень нравится. У него небольшой объем. Он безумно дорогой. Это мой самый дорогой гель для душа. Но аромат просто божественный. Вот заказала вот такой вот бутыль. Стеклянный, безумно красивый. Я постоянно смотрела на эти пузырьки, когда приходила в салоны, и там все время стоят эти банки. Мне жутко интересно попробовать. Давайте откроем. Нифига себе, тут у нее горлышко. Я думала, там будет такой маленький дозатор, а здесь прям... Ой, вкусно. Обязательно помажусь после того, как распакую следующую вещь, чтобы ничего не запачкать. Так что вот такая красота. Следующее. Давайте распакуем элемент одежды, как я странно назвала поло, которое я заказала. Ребята, я, честно говоря, не особо люблю бренд Tommy Hilfiger, но у меня муж очень любит этот бренд, и мне реально нравится его мужская коллекция. Но каждый раз, когда я захожу посмотреть женское, мне как-то не особо нравится. Но тут... я увидела, какие невероятно классные поло делает этот бренд. И я заказала себе поло. Просто великолепное. Как вы знаете, поло сейчас просто тренд сезона. Но вы знаете, мне поло всегда нравились. Я еще 2 года назад заказывала себе тоже, кстати, с LaModa поло свитшот Levi's. Я обожаю воротнички. И у меня очень много вещей с такими воротничками. Я давно люблю такой вид одежды. Но так как сейчас это тренд, просто гораздо больше выбор. И я этому очень рада. Вот такое поло. Здесь вы обязательно увидите, как оно сидит на мне. Вот такой вот логотип бренда. И также небольшой логотип на рукаве. Выглядит невероятно красиво. Я забрала последний. Ребята, я обязательно оставлю ссылки в описании. Но если вдруг там уже нету пола, то прошу прощения, но вы можете подписаться на товар. Я так всегда ловлю свои нужные позиции. Собственно, то, ради чего мы здесь с вами все собрались. Выглядит пока очень неприметно, и вы не понимаете, что это. Но здесь, друзья, просто нереальная вещь. Точнее, аксессуар.
И выглядит он вот таким вот образом. Это очки Saint Laurent. Мне они очень понравились, и когда выбирала свои очки Miu Miu, я померила очень много очков. И мне понравились не только те, которые я в итоге забрала себе Miu Miu. И мне понравились разные модели, в том числе вот эти Saint Laurent. И я очень рада, что я заказала и их тоже себе. Давайте сделаем анпакинг. Нереально красивый чехол из гладкой, надеюсь, кожи. Кстати, внутри такой вот значок Saint Laurent. Я до этого вообще... Я вообще впервые держу очки Saint Laurent. Показываю, какие очки я выбрала в этот раз. Выбрала себе вот такие вот авиаторы. Большие, крупные, с серебряной фурнитурой. И здесь у них на линзе небольшой логотип Saint Laurent, что делает их такими прям элегантными, красивыми. Мне они безумно понравились. И у меня есть очки, получается, просто черные. Есть Miu Miu с золотыми дужками. И мне еще хотелось взять что-то нейтральное серебряное, потому что на самом деле у меня серебряных украшений больше. Как будто нужен и тот цвет. У меня просто фурнитура везде и на сумках. И украшения есть и серебряные, и золотые. Друзья, ну в общем, вот такая обновка. Ура! Я очень рада, довольна. Вообще, год назад подумать не могла, если бы мне сказали, что я буду раз в месяц заказывать себе брендовые очки, я бы не поверила. Такая новинка, рассказывайте, как вам. Да, они крупные, они такие массивные, нестандартные авиаторы, но мне они так понравились, и мне кажется, мне идет. Вот, надеюсь, вы не будете писать, что мне не идет в комментариях. Я так их сейчас раздвинула, надеюсь, они не сломаются. Вот так вот надевала, так вот раздвинула. Есть, да, девочки, которые там только золото носят, только серебро. У меня почему-то такого нет, я ношу и то, в зависимости от настроения. И сложнее так собирать коллекцию, кстати, украшений. Потому что хочется собрать коллекцию и в таком цвете, и в таком, а не в каком-то одном. Какая-то тавтология получилась, но я уверена, что вы, девчонки, меня поняли, о чем я говорю. Друзья, эти очки я заказала на LaModa. Вы, наверное, это уже поняли, потому что и Miu Miu я заказывала на LaModa. Эти очки были просто с невероятно классной ценой. То есть мы встречались недавно с Яной, она тоже купила себе недавно очки Saint Laurent в Европе, и даже они у нее вышли дороже, чем вот эти. Наверное, нет смысла сравнивать, но просто сам факт того, что на LaModa можно найти офигенные позиции по приятным ценам, и на них работает также мой промокод Колосова, который дает скидку 15% практически на весь ассортимент. Есть бренды исключения, но даже на вот такие вот позиции он действует, так что обязательно пользуйтесь. Также в описании я оставлю для вас свой ежемесячный вишлист на LaModa, который постоянно обновляется. Там я собираю для вас самые классные позиции, так что обязательно загляните, там будет подбор от меня классных летних вещей. И также оставлю ссылку на гид по отпуску от LaModa. Там будет много всего интересного, тоже заходите. И также покажу вам, что идет в комплекте в этом чехольчике. Блин, я надеюсь, я его не буду царапать, потому что кожа супер гладкая. Естественно, идет вот такой вот платочек протирать очки, брендированный Saint Laurent здесь написано. Также какой-то буклетик вот такой вот. И также идет конвертик Saint Laurent. Я, кстати, впервые вообще такой вижу, держу в руках. Это моя первая вещь, он Saint Laurent. Надеюсь, не последняя. Давайте посмотрим, что идет в буклетике. Наверное, это что-то типа паспорта на очки. Что ж, вот такой получился анпакинг. Я пойду сейчас одеваться. Мы пойдем сейчас выгуливать мои новые очки. И вообще у нас в Петербурге немножко попрохладнее стало. Я очень рада, что могу надеть хотя бы брюки и что-то вообще кроме. Потому что у меня фантазия просто заканчивается. Когда начинается жара, невозможно ничего носить. Я люблю вот идеальная погода. Это 18-20 градусов, куда можно кинуть жакет или какой-то бомбер. Сегодня пойдем в Саро ужинать. Такая вот у нас пятница. Мы еще, кстати, зайдем в LaModa, потому что Саша там тоже заказал себе разные сумочки. Ну что, пришли на LaModa у нас, как обычно. И вот еще. Саша взял себе сумочки посмотреть, а я два жилета удлиненных светлых для образов летних. Первый лот. По-моему, этот жилет вообще 1000 рублей стоит. Я его взяла для летних образов примерить. Хочу носить шортами, ну, в общем, вместо жакета. Сейчас буду думать. Я еще второй взяла. Один стоит 2,5, один 1000 рублей. В общем, как-то так. Ребята, у нас случился небольшой шопинг. Продолжаем пополнять гардероб мужу на весну-лето. Небольшой сейчас будет анпакинг, просто если вам тоже интересно. Мне, кстати, кажется, из-за того, что я теперь снимаю влоги на неделе, а не на выходных, вы видите Сашу во влогах меньше. Вот. Короче, покупки мужа. Купил, значит, себе вот такую сумочку. Извини, тут анпакинг небольшой. Раз, значит, такая походный вариант. Дальше вот мне больше нравится. Ты не против, да? Welcome. Это вариант на каждый день. Хьюго. Вот такая вот красивая.
И я еще взяла себе пижамку. Это Sella, она супер бюджетная. Я, наверное, тоже в описании оставлю на нее ссылку. Даже не примеряла, просто посмотрела низ, что точно налезет на меня. Взяла себе верх, как обычно, S, низ M. Такой вот верх. Мне показалось, что эта пижамка вполне себе в стиле Джерф Авеню, если вы знаете такую блогершу, девушку из Стокгольма, Матильду, у которой есть свой бренд вот похожих пижамок. Она также делает халаты. Я, кстати, очень хочу ее халат бренда. Как-нибудь, возможно, у Байера закажу, но я смотрела, они все sold out. Так что вот такая вот пижамка вверх с кружевом и такой же низ. Весь комплект обошелся что-то в 2800, ну, то есть они по скидке там были полторы низ, полторы вверх. Вот такие вот шортики. Вот такие шорты тоже с кружевом. Собственно, или нет, нет кружева. Нет, тут кружева, мне что-то показалось. Вот, так что я своим промокодом тоже пользуюсь, муж тоже пользуется, и вы пользуетесь. Мы сейчас едем в Саро, увидимся с вами там. Я здесь уже настолько часто, из-за того, что мы теперь здесь живем. Вообще, я еще завтра сюда с мамой поеду, потому что она тоже очень хотела сюда. Здесь на Адмирала Лазарева обалденные террасы всех ресторанов. Мы здесь вообще часто теперь с Сашей. И мои новые очки. Друзья, нам не везет Саро. Главное, я здесь с Яной была, и мне было вкусно, но мы были на завтраке. Сейчас ждали очень долго еду. Я уже все съела, я просто брала из закусок. Саша ждал минут 50 свою еду. Они просто не поняли, что закуски буду есть только я. Короче, мы не только очень долго ждали, но Саше еще и стейк не понравился. Извините, да? Мужчины в мясе разбираются. Там мясо было какое-то не такое. Короче, мы идем сейчас, забыли сахар, пить чай с десертом. Потому что там мы уже больше не хотели сидеть. И еще хотела сказать, что я очень люблю тартары. Я их обычно везде беру. Мы в Марсу Полу на прошлых выходных ели обалденно вкусный тартар. А сегодня я ела как будто котлету. Просто сырую сформированную котлету. Он был так еще порублен, реально как фарш, как котлета. Мне не понравилось, не попало ни одно блюдо сегодня. Продолжаю влог. Сегодня суббота, и традиционно суббота в июне, 8 число, Саша на форуме на нашем петербургском. А это значит, что я провожу день одна, и мы сегодня по традиции собираемся с мамой. Собирались вообще пойти в ресторан на террасу посидеть, потому что вся неделя была очень теплая, а сейчас 16 градусов, льет дождь. Но я, если честно, даже рада, потому что я устала от жары, и я наконец-то пойду куда-то в джинсах, и вообще духота — это не мое, поэтому я довольна. И сейчас у меня есть время до выхода, я решила записать вопрос-ответ, который обещала. Я недавно делала два поста, один в телеграм-канале и второй в запрещенной сети, и собирала вопросы от вас. Так что сегодня отвечу на вопросы, которые вы мне задали. Надеюсь, вам будет интересно послушать. Давайте начнем. Кстати, было очень много вопросов по поводу моего образования и по поводу работы. Я не ожидала, что вам реально это будет интересно. Наверное, с этого вопроса и начнем. На кого учились, кто по профессии, о детстве, профессии, университетских годах. В общем, действительно много таких вопросов было. Я бизнес-аналитик, я училась в Финеке, это Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Если честно, я не помню, в каком году я его закончила. То ли это был 2020, да, скорее всего, это был 20, вряд ли 21. Ребята, честно, не помню. Вот, по профессии я никогда не работала. И да, я работала до блогинга, но совсем немного. Я работала во время того, как я училась вожатой в лагере несколько лет. И после этого у меня был свой магазин со свечами. Я делала свечи handmade, они были в форме, кстати, моих рук. Я очень жалею, кстати, что мы не продолжили это дело, потому что мне кажется, что это действительно был клевый продукт, интересный, необычный. Но, к сожалению, уже не было ни средств, ни возможности дальше продолжать. Поэтому я решила больше не продолжать этим заниматься. К тому же я в тот момент начала вести YouTube-канал, и это отбирало все мое время. И вообще, вы знаете, я практически сразу поняла, что я хочу быть блогером, и что я не хочу ни на что распыляться. Я хочу действительно достичь в этом деле какого-то уровня. Поэтому я не пошла никуда работать. Я действительно
соответственно, всю себя просто посвящала YouTube-каналу, и мне кажется, это хорошо, потому что если вы хотите быть блогером, то, скорее всего, у вас не получится совмещать, или это будет очень-очень тяжело, потому что блогинг — это действительно большая работа, большой труд. Тут, кстати, очень много вопросов про наши отношения с мужем, и я вот думаю, отвечать на них сегодня, либо же, может быть, сделать отдельное видео со своим мужем, и мы вместе с ним ответим на ваши вопросы именно касаемо отношений. Напишите в комментариях, если бы вы посмотрели такое видео, стоит ли нам делать такое или нет, потому что действительно про мужа очень много вопросов. Я сейчас не буду рассказывать, как мы познакомились. В общем-то, есть подробное видео об этом, оно, правда, очень старое, где я тоже отвечаю на вопросы. Здесь вот в углу выскочит подсказка, можете кликнуть и посмотреть после. Давайте дальше тогда продолжим про блогинг. Здесь также есть вопрос, очень интересно, про развитие YouTube, начало, сложности и радости. Ребята, если честно, я до сих пор думаю и считаю искренне, что я все еще в процессе становления, и мой канал все еще в процессе развития, у меня не так много подписчиков. Я с детства смотрю YouTube, и я с детства смотрела именно американский YouTube, было очень много классных блогеров в то время, они показывали там, как они собираются в школу, всякие делают завтраки для школы, всякие DIY и прочее, и я с детства очень любила YouTube, я всегда его смотрела, и мне всегда нравилось это дело, но я никогда не думала, что я буду, хотя мне, наверное, на подсознании очень хотелось тоже снимать видео. Потом, когда я уже повзрослела, я поняла, что я действительно хотела бы быть блогером, и что мне это очень много приносит удовольствия, радости, и что меня это очень сильно вдохновляет, и мне нравится вдохновлять не только саму себя, но и других людей. Это я получала от блогеров, когда сама смотрела YouTube, и больше всего, конечно, меня вдохновляла Соня. Мне было тогда лет 14-15, и я просто обожала все ее видео. Вторая часть вопроса — сложности ведения YouTube. Честно говоря, об этом можно долго говорить, но я боюсь, что просто некоторые не поймут. Я недавно видела очень оскорбительный комментарий, который мне написали, что я тупая, пустая, и что вся моя работа — это пожрать в ресторане и заботиться о себе. Если вы считаете, что это так просто сделать своей работой еду в ресторане, то, пожалуйста, попробуйте. Я уверяю вас, у вас это займет не один год и не два, и, возможно, даже больше времени, а, возможно, у вас, в принципе, не получится. То есть YouTube — это такая сфера, когда ты не можешь быть уверенным вообще ни в чем. Про сложности и радости. Конечно, меня радует моя работа, потому что это красиво, мне не приходится куда-то ездить на работу, мне не приходится выполнять монотонную, однотипную работу, хотя мой муж так не считает, он, наоборот, очень сильно удивляется каждый раз, как я могу монтировать каждую неделю. Это же точно такая же монотонная работа, но просто я люблю этот процесс, мне он искренне нравится, и поначалу я не могла назвать это работой, потому что я настолько любила и люблю до сих пор свое дело, что я не отдыхала, я постоянно снимала, постоянно думала об этом, и я не могла даже назвать свою работу работой, потому что, ну, это же красиво, я же сижу дома, там снимаю свою жизнь. Но, ребята, это действительно работа, это действительно большой труд. Поначалу было очень сложно привыкнуть к такому темпу, но сейчас, так как я уже снимаю несколько лет подряд видео, выпускаю каждую неделю, я уже, конечно, привыкла, и мне уже легче. Но, разумеется, бывают свои сложности, когда у тебя нет настроения, когда у тебя нет вдохновения, и ты должен сам его себе создать, потому что у тебя есть график, есть и радости, и сложности, но, наверное, радости гораздо больше. Я очень люблю свой канал, свой YouTube, своих зрителей. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите. Я действительно начала исполнять свои собственные мечты путем YouTube-канала. Как уже говорила недавно, я раньше подумать не могла, что я смогу себе столько всего позволить сама. Не потому, что там мне муж купил или родители, хотя я в этом вообще ничего плохого не вижу. Это вообще замечательно, когда близкие люди могут позволить себе делать вам дорогие подарки или обеспечивать своих детей, там, жену и других членов семьи, но это особый кайф, когда ты сам можешь себе позволить многие вещи, и я очень за это себе благодарна, за то, что поверила в себя однажды и не бросила это через полгода, через год и вот даже через три. Кстати, моему каналу в ноябре будет уже 4. Кого из блогеров смотрите на YouTube? Продолжаем тему YouTube. Если честно, мне русские блогеры особо не нравятся. Я как начала смотреть с детства англоязычные каналы, я так дальше и смотрю. Просто потому, что, мне кажется, зарубежные блогеры больше уделяют времени и внимания качеству картинки, качеству звука, качеству монтажа. К сожалению, у наших блогеров я не видела что-то такое, чтобы меня зацепило. Но, с другой стороны, я и сама делаю контент, поэтому мне сложно
нужно смотреть чей-то другой контент. Я и так смотрю свои видео постоянно, я их монтирую, я их потом смотрю, поэтому мне, наверное, уже и нет потребности. Но зарубежных блогеров смотрю с удовольствием, мне нравится, что они делают, но их буквально 3 штуки. Первая девушка мне очень нравится, это Нури Анна, я ее смотрю уже 2-й год. Девушка из Лондона, она очень много путешествует, очень много сотрудничает с разными мировыми брендами. Супер, мне нравятся ее влоги. Также есть девушка из Барселоны, которую я смотрю, тоже, кстати, уже 2 года. Ее канал называется Je suis Lou, то есть ее зовут Лу, она, по-моему, из Франции, переехала в Барселону. В общем, классные такие тоже атмосферные влоги. И также мне нравится девушка, которую я смотрела вообще 5 лет назад, до того, как я начала заниматься Ютубом, а потом снова ее начала смотреть, когда переехала в эту квартиру, как-то вот снова начала смотреть. Ее зовут Колин Диас, она из Канады переехала тоже в Лондон, тоже классные влоги, очень такие самобытные, мне нравятся. Собственно, вот кого я смотрю на Ютубе. И также я смотрю разные каналы по типу Гоши Карцева, модного подкаста, и иногда какие-нибудь интервью могу посмотреть, но, честно говоря, немножко мне этот жанр уже надоел. Также могу посмотреть иногда Vogue, разные там Beauty Secrets или 24 часа там с какой-то звездой, конечно же, румтуры. С мужем мы иногда смотрим Утопия Шоу. В последнее время мы очень любим смотреть Натальную карту. Это просто супер, очень смешно, очень весело, если вы не смотрели, и при этом вы любите астрологию, а если даже не любите, то все равно посмотрите, там очень смешно, мне нравится. Ребята, есть пара вопросов про книги. Любите ли вы читать? Есть книги, которые запали в душу, посоветуйте книги. К сожалению, я не так много читаю, как хотелось бы, я не знаю, с чем это связано. У меня, кстати, нет такого, что я не могу сконцентрироваться. Просто я как будто не особо люблю читать, и мне немного стыдно за это. Если читаю, то я больше люблю художественную зарубежную литературу. С русской как-то мне не повезло. Последнее, что я прочитала, это «Тень ветра». Я ее реально как будто год читала, очень долго, но мне понравился роман. «Моэм» мне нравится. И сейчас читаю «Картье», но очень толстая книга. Кстати, очень классно написана биография. Очень интересно читать. На самом деле, очень мало что могу посоветовать. Здравствуйте, Кристина, что в вашей сумочке? Мне, кстати, кажется, мне нужно снять такое видео. Я 2 года назад снимала, и уже все поменялось, уже той сумочки даже нет. И наверняка содержимое сумочки тоже изменилось, так что надо обязательно снять такое видео. Планируете ли куда-то полететь с мужем в отпуск? Да, ребята, планируем. У нас в сентябре 5-я годовщина свадьбы. Мы сами в шоке, что так быстро летит время. И мы уже запланировали наше путешествие. Но я пока вам рассказывать не буду, потому что каждый раз, когда я делюсь заранее планами про путешествие, все время что-то идет не так. Я, конечно, в это раньше не верила, но на всякий случай пока не буду вам рассказывать. Но да, мы в сентябре собираемся в красивый-красивый отпуск. Вот, кстати, безумно интересный вопрос. Пишете ли вы заранее какой-нибудь мини-сценарий перед съемкой влогов? Или все снимается спонтанно по ходу дня, а потом все дело монтажа? Очень интересный вопрос. Нет, я никакие сценарии не пишу. Это все моя жизнь. И, собственно, в этом и заключается сложность, когда твоя работа — это, по сути, твоя жизнь. Если у тебя в жизни ничего интересного не происходит, то это неинтересно смотреть, тебе нечего снимать. То есть, по сути, ты полностью подвязан под свою работу и наоборот. Как и все люди, я просто планирую свою неделю, свои дни. Я знаю, что у меня будут происходить какие-то, может быть, мероприятия. Или просто сама придумываю, чем хочу заняться. Например, специально иду снимать для вас шопинг-влоги. То есть все происходит спонтанно, просто снимаю свои дела, свои дни. С каким брендом мечтаете сотрудничать? Тоже классный вопрос. Я собой вообще горжусь, что я с многими брендами крупными российскими успела посотрудничать, но вот сейчас очень хочется поработать с Too Mood. Также я бы хотела посотрудничать вообще в идеале с 12 Stories, но это надо быть каким-то вообще мега крутым блогером, Леной Перминовой, я не знаю, так что пока это недосягаемая какая-то мечта, запрос. А если прям про мечту говорить, то это какие-то уже международные бренды премиум сегмента, Saint Laurent, в общем, многие другие, потому что зарубежные блогеры активно сотрудничают с такими гигантами, их приглашают на мероприятия, они получают пиар-рассылки, и даже не обязательно быть огромным блогером, и, конечно, моя мечта тоже попробовать сотрудничество с крупными брендами. Как вы пришли к вашему стилю в одежде? Что для вас неприемлемо, ваше нет в гардеробе? Вы знаете, с возрастом я поняла, что у меня нет в гардеробе. То есть определенные цвета, которые мне не нравятся. Например, оранжевый, фиолетовый. Но если это будет какая-то интересная вещь, какой-то будет интересный оттенок, то я всегда за, мне нравится пробовать новое. Мне кажется, я в принципе до сих пор в поиске своего стиля. Но
я поняла, что мне больше не хочется носить подростковые вещи. Какие-то кроссовки на улицу. Ну, то есть что-то такое супер подростковое. Я как-то больше люблю сдержанные вещи и более такие элегантные, утонченные. Просто из-за того, что у меня такой немножко baby face, многие думают, что мне 18-19, а мне 25. Я больше люблю одежды как-то придавать себе немножко, ну, не статусности, но, может быть, серьезности, чтобы люди считывали меня не как подростка. Какие-то секретики по развитию канала. Ребята, секрет один — это дисциплина, это постоянство и это большая работа над собой. И я даже не задумывалась об этом, я просто осознала, что я действительно большой путь работы над собой проделала, даже сама того не подозревая. Если посмотреть мои старые видео, я там совершенно другая, и не только в плане внешности. И я просто считаю, что если человек развивается вместе со своим блогом и со своей аудиторией, то его интересно смотреть. За ним интересно наблюдать, жизнь меняется, и всегда интересно наблюдать, как за сериалом, за развитием персонажа, героя. Я думаю, что это главный такой секрет, что вы должны быть откровенными со своей аудиторией, честными с самой собой, расти вместе со своим каналом и со своей аудиторией, и я думаю, что она вас обязательно найдет. Мне еще понравился вопрос, кем вы хотели стать в детстве. В детстве я смотрела очень много сериалов, фильмов, и я обожала Ханну Монтану, и мне тоже хотелось быть актрисой, певицей. Кстати, в детстве я и пела, и занималась актерским мастерством, и также я снималась в одном проекте, когда была маленькой. Но мои родители, практичные, серьезные люди, сказали мне, что это несерьезно, что мне нужно выбрать нормальную профессию, и вот теперь я блогер, друзья. Обязательно пишите, хотите ли вы, чтобы мы с Сашей сняли видео только про отношения с ответами на ваши вопросы. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Я надеюсь, он вам понравился. Если да, то ставьте лайк. Я буду ждать вас в следующем видео и пойду собираться на встречу с мамой. Всем пока!